Ну что ж, еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наш ежедневный эфир «Бизнес-канал» на Финам-ФМ. Его вторая часть под названием «Бизнес-класс» сейчас для вас, собственно, готовится. Вот моими гостями, гостями очаровательными. Лен, что вы делаете с микрофоном? Скажите, это надо наоборот вот так вот сделать. Вот, вот и все. Ну это ничего. Ничего. Ничего страшного, дорогие друзья. Первый раз в радиоэфире, как было выяснено сейчас мои слушатели, поэтому... Ничего страшного в этом нет. Так, прежде всего, смотрите, я представляю... Нет, давайте так, я объявлю тему, о которой мы сегодня говорим в бизнес-классе. Называется она занятно, я бы так сказал. Бизнес в коробке. В коробке, правильно? Или в коробке, давайте, может быть. Коробки. Коробки. Вот. Бизнес в коробке. Как написание сценариев для детских праздников превратилось в полноценный бизнес? Вот это такой подвопрос. Ну и гости. Гостей много сегодня. Гостей много. Итак, Сергей Райцев и Елена Липанова, управляющие партнеры компании «Праздник в Кубе». Сергей, Елена, добрый день. Добрый день. И с нами еще Лидия Кулик, пиар-директор компании «Праздник в Кубе». Лидия, добрый день. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, у вас есть возможность присоединиться к нашему эфиру, к прямому эфиру, задать свои вопросы моим гостям. Значит, для этого есть телефон прямого эфира 65 10 99 6, код города 495. Либо вы можете воспользоваться сайтом, адрес которого finam.fm, и свой вопрос написать, я его озвучу и, соответственно, услышим на него ответ. Все, вот такие приготовления. Все приготовления у нас сделаны. Давайте начнем. Ну и чтобы не было интриги, не продолжалась она уже 6 минут, как мы интригуем слушателей. Бизнес в коробке. Что это значит? Расскажите мне, пожалуйста. Лена. Да, добрый день еще раз. Спасибо большое за возможность представить наш проект на радио. Проект, еще раз напомню, называется «Праздник в Кубе». Что это такое? И как все начиналось? Как большинство работающих мам... Лен, можно уточнить сразу? Да, конечно. Смотри. Праздник в Кубе. В Кубе. Куб — это, в смысле, геометрическая вот эта штуковина? Или в Кубе это, значит, праздник в третьей степени? Вы правильно такой угадали. Супер-пупер праздник такой, да? Именно так. Мы подразумевали... мы хотели как раз... Двойное значение. Двойное значение, да, принести нашим продуктам. Угу. Действительно, коробка у нас кубической формы. Это получилось неспроста. Мы тестировали эту коробку с потенциальными покупателями и поняли, что у многих, у большинства людей именно кубическая форма ассоциируется с праздником. Почему? Так случилось. Так случилось, да. И когда мы показывали людям кубическую коробку и коробку такую прямоугольную, то все говорили: нет, вот это кубическая. Лен, извини, пожалуйста, Лидия наверняка знает на этот ответ, она пиар-директор. Почему? Наверняка какие-то исследования более глубокие проводила пиар-служба-то, нет? Почему куб — это праздник, а, я не знаю, треугольник — это не праздник? У всех людей есть какое-то ощущение праздника, они ждут сюрприза, они ждут, что откроется крышка и возникнет что-то фантастическое из этой коробки. Такого ощущения нету, когда перед тобой лежит плоская коробка, которая уже есть на рынке, в которой есть много разных продуктов. Эта коробка... с одной стороны, уникально, не так много просто кубических таких форм на полках, и она яркая, красочная. У людей, когда они берут эту коробку в руки, сразу же возникает предвосхищение чего-то фантастического. Здорово. Ну, то есть вы соригинальничали, я так понимаю, да? Ну, тут не совсем мы соригинальничали, да, мы провели, скажем так, глубинное исследование, я бы сказал. Вот я опросили лично... На это и вывожу, да? Да, опросили лично в парке Горького 500 человек. 500 человек? Да, взяли... Две формы коробки. Одна была кубическая, вторая форма была обычная, стандартная, ну, как идет в основном товар параллелепипед, да. Соответственно, ну вот результаты были 95% людей сказали, если вы продаете, собираетесь продавать праздник, это должна быть кубическая форма. А вы вопрос какой задавали им? Как... Мы показывали две формы коробки. По сути, задавали, объясняли суть продукта и задавали вопрос. Какую как, бы вы выбрали, да? Какой продукт ассоциируется, да, по сути. Ну, что ж, глубокое исследование. Лен, продолжайте. Да, что лежит в нашей замечательной коробке? Мы постарались сделать так, чтобы для родителей все было очень просто. Достаточно прочитать краткую инструкцию за 15 минут до начала, и праздник удался. В коробке есть профессиональный сценарий. Уточню сразу, для родителей. То есть изначально на кого вы ориентируете? Это для детей, да? Это праздник? Это праздник, который обязательно проводит один взрослый. Это условия для того, чтобы можно было воспользоваться нашей коробкой. Потому что праздник для детей от 3 до 10 лет, естественно, они сами не смогут себе его организовать. Нужен модератор. Нужен модератор.
Да, но это, по сути, легкая очень функция модерации, да, то есть, когда мы разрабатывали продукт, мы исходили из того, что, знаете как, вот я очень люблю настольные игры разные, да, так. И вот у меня ощущение, на самом деле, когда берешь новую игру, когда ты ее открываешь, видишь инструкцию, видишь кучу фишек набросанных, ну, ты находишься в такой в полупанике, да, что, куда, как, то есть ты читаешь, ты тратишь кучу времени. Я подумал, ты скажешь наоборот, у меня ощущение предвосхищения праздника, а я себя вспоминаю пару раз точно так же, огромную коробку мне принесли, я открываю, боже мой, что там, и главное, что там инструкция на там 40 листах, там, да, закрываю ее сразу, говорю, ребят, нет, давайте лучше в домино играть. Да, собственно говоря, мы исходили из тех же ощущений, когда разрабатывали продукт, мы исходили из того, что человеку должно быть легко, да, то есть он получил этот продукт, он должен думать о том, чтобы сделать хороший, полноценный праздник своим детям, при этом времени на подготовку у него должно уйти там 10-15 минут максимум. Да, и построили структуру самой коробки, построили структуру самого праздника таким образом, что это можно сделать. Ну вот действительно, ты читаешь, и дальше у тебя там коробка поделена логически на 9 ячеек. Да, соответственно, ты открываешь там, допустим, для первого этапа первую ячейку, получаешь вот некую инструкцию, что нужно сделать именно здесь, какой реквизит использовать. Открываешь вторую ячейку, то же самое, да, то есть процесс элементарный, не нужно... Смотрите, я уточняю, я просто представляю, да, имею периодически дело с малыми детьми, ну вот, собственно, мизансцена, да, мы вот смоделируем ситуацию, вот стою я, передо мной там какое-то количество детей, ну, естественно, они в нетерпении, потому что я им пообещал, сейчас будет круто, сейчас будет праздник, достаю этот ваш феерический куб, они, естественно, тоже уже, глаза у них вот по 5 копеек, да, все, топчут ногой, я открываю ее, и вот есть там первая ячейка. Открываете вы, там лежит конверт, на котором написано «Вскрыть настоящим пиратом», например. Так. Открываете этот конверт вместе с детьми и находите послание старого пирата по имени Морской Ёж, который пишет о том, что давным-давно он спрятал сокровища. И рассказывает о том... Лен, я именно технический момент. Смотри, вот я открыл эту, да, я говорю, о, послание пиратам все. Да. Ура, мы пираты сегодня. Кстати, одевать их не надо в пиратов-то. Смотрите, я логически расскажу, как построен. Да? Ты открываешь коробку, видишь большой такой лифлет, да, в нем находится информация прочитать ведущему за 15 минут до праздника. А, до праздника. До праздника, да. Соответственно, ты берешь, читаешь, здесь дается информация, что из себя включает набор, что он из себя представляет. И рекомендации короткие родителям, как и что делать, да, чтобы чувствовать себя комфортно во время проведения праздника. Дальше ты закрываешь, собственно говоря, собрал детей, и уже открываешь конверт, непосредственно читаешь его и детям. И уже пошло действие. Да, соответственно, пошло действие. Я добавлю, у действия есть музыкальное оформление. Да, можно поставить там же музыкальный в кубе. Диск, да, в кубе обязательно включен музыкальный диск с темами музыкальными, которые соответствуют теме этого праздника. Вот, и обязательно нужно поставить музыку. Она будет сопровождать весь праздник. Круто, круто. А праздников-то много, кстати, или они... Сейчас уже готовы два праздника. В плане, конечно, большое количество, разные темы для разных возрастных категорий. Сейчас готов праздник в кубе по теме «Пиратская вечеринка» и «Путешествие по старому замку». Так что есть чем занять детей в долгие новогодние каникулы. Здорово. Да, здорово. Соответственно, мы, когда разрабатываем праздники, мы исходим из того, что разные, для разных возрастных категорий нужны разного плана темы занимают, ну, соответственно, они могут выполнять разные задачи. Да, по сложности. Да, по сложности. Соответственно, мы делим еще на возрастные группы, да, то есть, соответственно, допустим, группа будет... То есть внутри одного куба, условно говоря, нет, да? Нет, нет, а, нет, нет. Допустим, идет куб «Пиратская вечеринка», у нас рассчитан на детей 5-9 лет. Понятно. Да, соответственно... «Путешествие по замку» на детей от 3 до 6. И дальше программа построена таким образом, что мы постоянно миксуем подвижные задания, опыты, фокусы, какие-то интеллектуальные задания для того, чтобы поддерживать интерес детей. И детей обязательно мотивируем. Допустим, в первой коробке мы им уже в третьем этапе даем первые призы, они безумно счастливы. Они там же в коробке? Они входят, конечно, в состав коробки, да. И, а то в инструкции, знаешь, я первую инструкцию, обязательно идите в магазин, купите 20 килограмм мандарин, да, 50 килограмм конфет, и будете этим мотивировать. Все, что вам нужно для праздника, входит в коробку. Только куб. Даже то сокровище, которое находят дети в конце игры. Да ты что? Да. Лен, давайте, продолжайте.
О мотивации мы заговорили. Ну, извини, пожалуйста. О мотивации, да, да. Прервал тебя в самом интересном месте. Мы обязательно мотивируем детей призами. В конце вот первой коробки, пиратская вечеринка, они получают сокровища. Причем все непросто. И вот хорошо, повисла фраза, потому что мы сейчас прервемся, новости послушаем, а потом продолжим. Отлично. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Сергей Райцев и Елена Липанова, управляющие партнеры компании «Праздник в Кубе», Лидия Кулик, пиар-директор компании «Праздник в Кубе». Собственно, обсуждаем мы и говорим на тему бизнеса в коробке. Да, и как, собственно, написание сценария в «Лидерский праздник» превратилось в полноценный бизнес. Сегодня об этом ведут речь мои гости. Я напомню для вас, уважаемые слушатели, телефон студии 65 10 99 6, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Вы можете позвонить или написать, задать свои вопросы моим гостям. И более того, я хочу подчеркнуть, все-таки мы сегодня говорим на тему праздника для детей, и наверняка в преддверии новогодних праздников это более чем актуально. Ну что ж, продолжаем, Лен. Да? Да, и все-таки еще раз расскажу про призы. Мы стараемся удивлять. В каждой коробке мы хотим удивить и детей, и взрослых, которые принимают участие в праздниках. И вот в пиратской вечеринке задание участников — найти клад. Угу. Клад спрятан в старинном кирпиче. Проходя все этапы, дети получают слова-подсказки. В конце они складывают четверостишие и получают фразу, в которой зашифровано место, где лежит клад. Оказывается, что клад спрятан в кирпиче, который нужно просто положить в воду, и начинается химическая реакция. Вау. Хочу еще раз отметить, что все наборы мы тестируем обязательно перед тем, как запустить их в продажу. И на безопасность ты имеешь в виду? На то, чтобы все технические моменты были продуманы до мелочей, чтобы родителям не пришлось расстраиваться ни в одном из этапов. Химическая реакция — дело такое. Да, химическая там достаточно простая. Но эффект и эмоции, которые это вызывает, просто потрясающий. Когда мы принимали участие в тестировании, стояли сами там с видеокамерой, все это снимали, даже взрослые не могли оторваться. Подожди, а какое-то нужно специальное помещение, может быть, да? Нет, праздник можно проводить абсолютно в любом месте, в любое удобное для вас время, и в этом как раз... преимущество вот этого продукта. Это очевидное преимущество, просто я думаю, мало вы можете взять коробку с собой на пикник, там, в какую-то поездку, или вот, например, в дом отдыха приехали, не знаете, что делать с детьми. У вас есть решение, которое на полтора часа может завлечь вас и всех гостей, и проведете замечательное время. Здорово, здорово. Так, ну и то, что вы мне обещали за эфиром, давайте об этом поговорим. Собственно, как вы оказались все вместе, я так понимаю, совсем недавно это было, и по поводу, да, бизнеса, который мы обсуждаем. Вот, ну, давайте я расскажу. Лидия. Если возвращаться к истории, мы познакомились чуть больше года тому назад в Московской школе управления Сколково. Мы пришли на курс full-time MBA. Лидия, я тебя прерву. Смотри, здесь идет онлайн-трансляция. Сюда нужно повернуться. Ну, как-то да, хотя бы. Хорошо. Вот. А то ты прям спиной сел, и будет не очень, наверное, интересно. Продолжай. Теперь меня видят и онлайн. Отлично. Значит, год тому назад мы познакомились. Программа full-time MBA, Московская школа управления Сколково. Программа изначально ориентирована на то, чтобы люди стали предпринимателями. Туда приходили совершенно разные студенты с разным бэкграундом, разного возраста. Вы до этого сами-то были предпринимателями? Нет. Уже? Или вы наемными работниками? У Сергея есть опыт предпринимательской деятельности. Чем ты занимался? У меня было два проекта достаточно успешно. Первый был проект, когда я был еще студентом. Мы устанавливали кофейные, снековые автоматы там, по всей Москве, в разных институтах, организациях. И т.д. и т.б. Потом я достаточно успешно с прибылью его продал и пошел работать как раз в банковскую деятельность. Ну и в процессе работы я создал еще финансовый сайт, который, ну, в принципе, достаточно прибылен, но, скажем так, объем бизнеса не очень большой. Извини, пожалуйста, да? То есть ты в каких-то рамках все время находился, да? А душа требовала простора. Душа требовала простора, да. Я понял, хорошо. Душа требовала изменить мир, как... Сколково говорит. Действительно, все приходят туда с идеей создать что-то свое. У всех чаще всего есть корпоративный опыт, и программа построена таким образом, что практические модули чередуются с международными модулями, и, с одной стороны, студенты получают реальный опыт работы над конкретными бизнес-задачами, с другой стороны, они имеют возможность обкатать свои бизнес-идеи, протестировать их, может быть, научиться чему-то, найти новые идеи,
во время международных модулей. Угу. И последний модуль программы, он как раз посвящен своему собственному стартапу. Последние два месяца программы студенты шлифуют свои бизнес-идеи. Как раз вот на этом этапе мы с ребятами сошлись на этой идее детского... Идея-то чья? Чья идея-то? Лена. Моя, конечно. Я единственная мама в этом проекте. Лена мама, работающая мама, которая любит праздники. Это человек-праздник. Она мастер для создания. Ну, ты сейчас ее совсем засмущаешь. Я просто сижу и думаю, что мой ребенок-то давно не получал никаких праздников. Мама не видит. Это проблема у всех стартаперов. Это нормально, да. Ну, давай рассказывай, Лен, как идея-то тебе в голову пришла? Я ощущала, что нет какого-то готового решения. То есть я, например, хочу провести время со своим ребенком. Его всегда очень мало. Uh-huh. А я люблю что-то необычное. И сидеть, придумывать что-то или ездить покупать им какой-то реквизит, uh-huh. никогда не хватало времени и сил. И я понимаю, что такая же проблема у большинства работающих uh-huh. родителей. Есть какие-то альтернативы. Ты можешь пойти в детский клуб там, или вызвать аниматора, но большая часть людей же приходит к тому, что они действительно хотят сами проводить время со своим uh-huh. ребенком. И вот нащупав эту проблему, мы создали... Извини, есть, кстати, альтернатива. Да. Компьютер. Компьютер, да. Вот она, это очень интересно. Да? Мы проводили опрос родителей, которые показывают, вы понимаете, вот мой ребенок сидит с планшетом, я не знаю, что с ним делать, ему ничего не интересно. Да, они не пытаются. Но есть другая категория людей, угу. которая пытается, которая ищет какие-то варианты, и мы были настолько поражены количеством положительных отзывов Более от родителей. Более того, смотри, я предполагаю, что и ребенок-то сам, да? И ребенок. При всей крутизне его планшета, он наверняка с удовольствием вот сюда пойдет, чем будет пялиться в планшет. Какие у всех воспоминания из детства? Конечно. О том, как мама с папой совершенно что-то как... там... Да. Как мы общались, как мы общались. Да. Это те воспоминания, которые никогда не уйдут из памяти. Про планшет вряд ли кто-то вспомнит. Да. Как я все детство общался с планшетом. Вот у меня Или победил в какой-то игре. В какой-то игре, да. Угу. Вот. Было потрясающе, потому что все профессора в Сколково давали нам самые позитивные отзывы, и инвесторы, поскольку все родители, все люди, они понимают, насколько эта идея интересна и перспективна, и решает столько проблем для работающих родителей, что мы получаем постоянно позитивный такой фидбэк и поддержку во всех направлениях. Здорово. Ну, я так понимаю, это тоже было... Ну, такая... Это был долгий путь. Это был долгий, я имею в виду, идея сама. Идея, она трансформировалась. Uh-huh. Uh-huh. Мы искали именно тот продукт, который будет интересен рынку и который можно масштабировать. Uh-huh. То есть изначально просто задача была такая: вот есть дети, есть родители, вот есть такая проблема. Как бы ее нам решить? Есть проблема. Очень мало российских товаров на рынке, очень мало интересных товаров. Все уже вроде бы как придумано, а хочется чего-то необычного. А, кстати, вот этот куб — это не аналог или там не повторение какого-нибудь американского? Абсолютно. Мы пытались найти идеи в Америке, но, к сожалению, ничего. Придумали сами. К сожалению. К счастью, я тебя умоляю. Конечно. Знаете, у нас... Да, Сереж. Один из таких вот моментов, как мы начинали, да, такой, Лена часто вспоминала, когда придумывали идею, может быть, видели баннеры по Москве, были развешаны, «Весь в няню». Не припомню. Вот такая активная социальная реклама. Фотография, да, ребенка, который сидит и вяжет на спицах, как няня. Ну, то есть, по сути, да, это действительно проблема, и мы достаточно активно изучали рынок, детский рынок в целом, да, и изучали... пытались понять, насколько, с точки зрения, какие тенденции вот есть после рождения ребенка, через сколько там стали мамы выходить на работу, и как они сместились, допустим, по отношению к периоду там 20-30 лет назад. И то, что сместились, это очевидно. Они сместились и очень сильно, да. Никакая мама сейчас, да, не сможет так вот комфортно находиться в отпуске по уходу ребенку, там год, два, четыре, я помню, да, в свое время. Близкие мои знакомые. Сейчас, извините, мы прервемся, у нас рубрика «Вне времени». Послушаем ее, потом продолжим эфир. Итак, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам-ФМ. Сегодня говорим на тему бизнеса в коробке. У меня в гостях Сергей Райцев, Елена Липанова, управляющий партнеры компании «Праздник в Кубе», Лидия Кулик, пиар-директор компании «Праздник в Кубе». Я напомню, телефон студии 65 10 99 6, код Москвы 495, сайт компании finam.fm, возможность позвонить, написать, задать свои вопросы моим сегодняшним гостям. Продолжаем разговоры. Сереж, продолжай. Эта тема важная о рынке, да, собственно, как вы его изучали. И, кстати, очень интересно, как он сейчас выглядит, этот самый рынок, и насколько вы чувствуете конкуренцию, да? Как это? Дышит ли вам в спину? В целом, если говорить о рынке, то
По оценкам рынок игрушек и вообще рынок, связанный с детской продукцией, он один из немногих в России, который продолжает расти и расти достаточно активно. Рост, допустим, за прошлый год составил 12,6% в год. Ну, то есть это очень, это очень хороший темп года. И причиной этому является так называемый бэби-бум, который был как раз в 80-х годах. И сейчас у этого поколения рождаются дети. Соответственно, активный рост будет продолжаться, и это достаточно такой правильный, на наш взгляд, момент для того, чтобы входить со своим продуктом на рынок. В целом, да, если там смотреть по цифрам, да, сейчас, допустим, рынок... Сережа, извини, я предположу. Лена, понятно, да, инициировала, собственно, этот бизнес, понятно, по какой причине. А ты как финансовый консультант, да, ты так подошел, подумал, да, это может быть, потому что рынок вот такой, он растет, у него есть перспектива. Так это было примерно? Ну, в целом, мне близок аналитический подход. Да, я именно об этом и говорю. Нет, это нормально. И причем я так понимаю, что вот этот ваш тандем, он в конечном итоге, да, почему так состоялся, успешно состоялся, вы друг друга дополняете. У вас есть идея, у вас есть финансовые консультации, у вас есть способ реализации, как минимум, маркетинговые ходы, о которых Лидия расскажет наверняка. Ну, давайте сделаем паузу, у нас есть звонок и послушаем. Александра. Александр, день добрый, вы на линии, пожалуйста, говорите. Добрый день. Добрый. Да, извините, я не сразу, не с самого начала подключился к дискуссии, так сказать, к обсуждению темы. Там упоминалось Сколково каким-то образом, или я что-то путаю? Нет, совершенно верно. Вот гости мои сегодняшние, они выпускники Сколково. Собственно, они там познакомились, и идея бизнес-проекта, который мы сейчас обсуждаем, родилась у них именно там. Да, важный момент. Не инновационный центр Сколково, а Московская школа управления Сколково. Это разные организации. Финансирование со стороны Сколково или по отыскиванию инвесторов как бы не производилось никакого, да, нет. Получается? Так? Нет. Замечательно. Вот. Ну, я понял, что, в принципе, продукт у вас готовый, да, уже в коробке. А каким образом все-таки будет происходить маркетинг и реклама, так полагаю, все-таки в интернете? Вот. И как это все будет выглядеть, вот, предположим так? Или как уже выглядит, если это уже готовый продукт? Понятно. Спасибо, Александр. Ну, собственно, именно этот вопрос мы как раз и хотели адресовать Лидии. Лидия Кулик. Еще раз напомню, она пиар-директор компании «Праздник в Кубе», но ей карты в руки. Конечно. Сейчас расскажем. Для любого стартапа в современных условиях социальная масс-медиа — это очень важный канал распространения. Как можно минимальным бюджетом донести свою идею, свой продукт до максимальной аудитории? Конечно же, в первую очередь, через социальные сети. Нравится нам это или не нравится, можем критически подходить к этому каналу. Зачем? Но он работает, и, естественно, мы на него полагаемся. Пользуясь случаем, приглашаем всех на нашу страничку в самые известные социальные сети. «Праздник в Кубе». Самых известных. Вот, там вы найдете всю информацию, подробности о нашем продукте. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашим друзьям. Будьте в курсе всего, что у нас происходит. Узнавайте самыми первыми все наши новости. Конечно, обязательно мы вас будем информировать обо всем. Но мы не забываем и про традиционные каналы. Мы планируем обязательно рассказывать самой широкой аудитории про наш продукт через печатные средства массовой информации, возможно, через телевидение. Радио. Радио обязательно. Неожиданный вариант. Мы работаем на перспективу, у нас масштабные планы. В самое ближайшее время вы действительно нас услышите через всевозможные разные каналы. Да, и продвигаться мы планируем. Буквально вот с понедельника мы заключили уже договор, и с понедельника встаем на полке в детский ГУМ. Соответственно, там сможете... То есть Александр спросил, продукты готовые уже, да? Да, продукты готовые, их уже... можно купить, да, конечно. На следующей неделе, да. Ритейл, не только онлайн-продажи, но и обычный традиционный ритейл. Всем нравится предновогодняя суета, в хорошем смысле этого слова. Покупки, конечно, я даже знаю, как она выглядит обычно, предновогодняя суета. Это 3 часа в пробке. Нет, сначала 3 часа в пробке, потом 5 часов в магазине, потом 3 часа пробки. Мы надеемся, что наши клиенты, наши покупатели этого смогут избежать. Можно заранее планировать эти покупки, или же можно прийти в приятный торговый центр типа ГУМа или Цветной, например, где наши коробки будут представлены. Приходите, да, приходите на выходных, когда там более свободная обстановка. На выходных более свободная обстановка? Утром. Утром или ночью. Вот, есть возможность посмотреть, повертеть в руках, рассмотреть подробности. Кстати, это тоже важно. Это важнее, чем... Да, это преимущество офлайн-продаж, скажем так, конечно, у вас есть
онлайн вы не стоите в пробке. Тактильный контакт. Согласен, согласен. Еще один важный вопрос. Кстати, Александр, молодец, позвонил. Еще один важный вопрос. Ну, Сереж, тебе, наверное, прежде всего. Каким образом инвестора вы нашли? Или что за деньги, которые вы в проект свой вкладываете? Вы знаете, мы сейчас на текущий момент вкладываем собственные средства, которые заработали честным трудом в корпоративной сфере. Твои, я так понимаю, в основном, что ли? Нет. 50 на 50. 50 на 50. Да, соответственно, сейчас на текущий момент нам средств хватает для того, чтобы развивать продукт, понимать лучший рынок, лучше доносить информацию, лучше получать обратную связь. Но я думаю, что где-то месяцев через 3-6, да, когда мы вступим в более активную стадию развития, нам для того, чтобы быстрее входить на рынок, нам, наверное, понадобятся какие-то дополнительные инвестиции. В целом, проекту со стороны инвесторов нашему проекту есть достаточно большая заинтересованность, но мы очень аккуратно рассматриваем этот вопрос привлечения инвестиций. Нам постоянно говорили о том, что поиск инвестора и, в принципе... Инвестор — это, как знаете, как женитьба, да, то есть... Это правильно. Да, это то есть тут должна быть... Даже серьезнее, чем брак, это серьезнее, чем... Да, то есть должна быть какая-то химия, и ты должен очень внимательно... Ну, я с тобой соглашусь по поводу химии, тем не менее, ты как финансовый мозг, да, вашей компании, по-моему, математики мне расскажи. Я предположу, что есть интерес у инвесторов к вашему проекту, но, видимо, не очень выгодные условия вам предлагают. Вы знаете, мы на абсолютном серьезе пока... не принимали никаких не принимали никаких решений. Почему? Объясню. Привлечение денег на самой первой стадии запуска проекта — это невыгодно, да, то есть нам об этом, да, это невыгодно, ты продашь проект очень сразу дешево. Откупают, все правильно. Да, соответственно, ты продашь проект очень дешево, очень невыгодно, гораздо лучше продавать проект и привлекать инвестиции с хорошим уже некой историей продаж, некой историей уже с хорошей сформированной командой, отлаженными процессами, тогда ты сможешь привлечь деньги на более выгодных условиях. Ну, хорошо, что он у вас есть, я вам хочу сказать. Да, Лидия? Конечно. Лен, ну что ж, давай вернемся. По поводу стартапов вы хотели мне еще рассказать много интересного. Пример. Собственно, ваш проект можно относить к стартапу? Конечно, конечно. Идете стартап. Своим путем. Классический пример. Да. Давай. Хотели рассказать, как начали работать над проектом. Последний модуль нашей программы обучения в Сколково как раз так и назывался — стартап-модуль. В первый день все ребята, кто-то в одиночку, кто-то командами, презентовали свои проекты, и мы получали такие напутствия от Боба Дорфа, это был первый профессор, который вел этот модуль. Было очень удивительно, что... Ну, не то, что удивительно, мы, конечно, этого ожидали. Он сказал: так, ребят, ну, а сейчас в поля. Практически сразу нас отправили на встречу с потенциальными покупателями, и каждый должен был опросить максимальное количество клиентов, узнать, интересна ли идея, существует как какая там проблема вообще существует, по какой цене готовы покупать и так далее. На следующий день мы все возвращались и обменивались опытом. И поскольку мы уже давно занимались этой темой, мы были одни из наиболее подготовленных по сравнению с нашими коллегами, остальные узнали много интересного. Кто-то перестал заниматься проектом, кто-то поменял идею. Серьезно? То есть это такой, да, непростой путь, как вот Сергей уже говорил. Наша идея, она тоже не родилась за один день, и вот продукт на следующий день был готов. А что действительно, извини, вот взаимоотношения с инвесторами, да, с инвесторами вы общались, с покупателями потенциальными. Да. Действительно, вот это взаимоотношение с ними может... Конечно. В результате, ну как сказать... Изменить первоначальную идею. Или вовсе отвергнуть ее. Конечно, серьезно. Я добавлю к тому, что сказала Лена, поскольку у нас передача называется «Бизнес-класс», правильно? Боб Дорф, который здесь упоминался, может быть, его совет пригодится и многим слушателям, которые думают о своем стартапе. Он нам говорил, что нужно в первую очередь идентифицировать проблему. Не нужно придумывать что-то и потом искать, кому это что-то может пригодиться. Нужно найти проблему, которая действительно существует у аудитории, у клиентов. И... То есть, другими словами, ну, используя твою же терминологию, надо найти сначала, кому это может пригодиться, да? И для чего. И для чего. А потом соответственно... создавать, предлагать решение под эту проблему, продукт. Да, при этом достаточно простая методология. Вот когда рассказываешь, да, ну, казалось бы, ну, ничего особенного, что он придумал, да? И, в принципе, Причем даже неловко иногда, да? Да. Это же элементарно. Все наверняка могут до этого додуматься. Чего ж я буду выпендриваться? Ну, самое интересное, я вот могу сказать и по своему предыдущему опыту, и по опыту там, многих своих товарищей, друзей, я вижу, что люди так не делают. То есть люди сидят, им кажется, что идея шикарная. Они долго ее разрабатывают, делают бизнес-план, там,
может быть, даже привлекает инвестиции. Через год они выходят на рынок, что-то производят и понимают, что твой продукт вообще никому не нужен. Это достаточно частая история. Мы при процессе оценки проектов, да, в которых мы участвовали, там, в Силиконовой долине, я, допустим, участвовал в мероприятии, может быть, знаете, Startup Weekend. Я там со своим проектом, мы заняли второе место. Да. Очень много людей как раз вот сталкиваются с этой ошибкой. Да, и кардинально вот такие простые вещи, они позволяют уйти от больших потерь в дальнейшем. Я всегда еще задаюсь вопросом, вот эти инвесторы, да, которые находятся еще до момента понимания, нужен твой продукт, вот они кто, эти инвесторы? Как правило... Они тоже недальновидные, они тоже не... Или это просто знакомые, близкие, родственники? Есть какие-то? еще одно правило из учебников, что для любого стартапа 3F, Friends, Fools and Family, это первые инвесторы. Совершенно верно. В самом начале только они помогают стартаперам, потом, конечно, можно рассчитывать на более серьезную помощь и поддержку. Но в первую очередь это именно три вот этих элемента. Лидия, спасибо. Значит, смотрите, у нас еще есть один звонок. Мы успеем выслушать, я думаю, да, Владимира, а потом прервемся и будем отвечать на его вопрос. Владимир, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Да, добрый день. Будьте добры, вопрос такой, относительно самого продукта. То есть вот продукт будет каков? Это будет для определенного возраста детей или будет на несколько возрастов там делиться? Длительность там праздников 1,5 часа или больше? И вот как работающего папа меня интересует. Вот одному ребенку, предположим, будет смысл покупать? Там, или там день рождения какой-то организовать, там, Новый год, на вечеринке детей? Вот. Ну и цена, если интересует, что за там будет. Спасибо, спасибо, Владимир, спасибо. Ну, еще есть у нас 40 секунд, но я предположу, что Владимир просто не с самого начала слушает наш эфир, да, потому что вы об этом говорили, но я думаю, ничего сложного, можно будет еще раз. Да, конечно. В нашей линейке будут сценарии, наборы для разных возрастных групп. Вот уже готова пиратская вечеринка для детей от 5 до 9 лет, следующий набор — путешествие по старинному замку от 3 до 6 лет, и в течение года мы выпустим порядка 30 наборов, рассчитанных на абсолютно разные возрастные группы. В среднем программа праздника рассчитана на 1,5 часа. И сейчас сценарий составлен таким образом, что желательно, чтобы количество детей, которые будут принимать участие, было не менее 4 человек. Но в дальнейшем мы будем наш продукт адаптировать и для возможности использования в семье с одним ребенком. Да, да, вот как Владимир спросил. Да, как Владимир спросил. Так, хорошо, прервемся, новости, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам-ФМ. Напомню, сегодня в гостях Сергей Райцев, Елена Липанова, управляющие партнеры компании «Праздник в Кубе», и Лидия Кулик, пиар-директор компании «Праздник в Кубе». Собственно, мы говорим на тему «бизнеса в коробке», так в кавычках мы ее сегодня обозначили. А по сути, что это такое? Это, по крайней мере, начиналось, да, с написания сценария для детских праздников и превратилось в полноценный бизнес стараниями моих гостей, прежде всего. Да? Да, инициатива вот эта вот. Это желание что-то сделать. Как еще Лида говорила, глобально-то, глобально. Это из желания что? Изменить мир, конечно. Конечно. Это девиз сколько. Нет, это нормально. Я напомню для слушателей, 6510-99,6, код Москвы 495, телефон прямого эфира, сайт компании finam.fm, вы можете еще 12 минут у нас есть, позвонить, задать свои вопросы. И Владимир, последний вопрос, который, собственно, звучал, мы на него уже ответили, да, по сути, значит, как выглядит этот товар, это рассказала Лена, и через какое-то время, может быть, да, готов продукт ориентирован на одного ребенка. Но это не слишком скучно, как это выглядит? 1-2, наверное, это идеальное количество. Это на самом деле очень интересное решение. То есть там процесс соревновательности должен быть? Будет, наверное, в этих наборах отсутствовать, но познавательная составляющая... Я придумал, смотри. Да. Продукт рассчитан на одного ребенка, но модераторами выступает вся семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, кошка, мышка. Обязательно. Вот, и тогда будет веселуха. Да. Нормально? Нормально. Хорошо. Лена, еще хотела поподробнее рассказать о том, как, собственно, создается продукт, потому что это очень кропотливый труд, который включает в себя много специалистов. Сейчас в нашей команде уже порядка 10 человек. В разработке каждой коробки участвует сценарист, профессиональный педагог, специалист по детскому творчеству, детский психолог. И, как мы уже говорили, каждый набор перед тем, как выпуститься, проходит тестирование. Мы тестируем его на детях и на независимой маме, например, которая получает впервые эту коробку. А где вы берете детей независимо? Это очень просто в соцсетях, там, в нашем объявлении, да. Нормально. Люди с удовольствием. Желающих больше, желающих очень много. Я догадываюсь, да.
Да. И мы проводим полноценный праздник. Естественно, следим, отмечаем какие-то недочеты, потом продукт дорабатываем. Ну, то есть они знают, что да, это ты. Они знают, да, что это тестирование. Такой, да, что они будут наблюдать сейчас. Да. Более того, они обязательно должны написать свои отзывы об этом тестировании. Очень приятно, что на следующий день после тестирования мы получали отзывы от мамочек, которые даже были вначале, может быть, немножко консервативно настроены. Они пишут: спасибо огромное, дети в восторге, требуют продолжения праздника. Хранят сокровища. Хранят сокровища, да. Нет, здорово. Да. Я хочу еще сказать, что не только мама интересуется нашим продуктом, папы все более активно вовлекаются в процесс, так что этот продукт не только Владимир, нам уже позвонил, конечно. Спасибо. Спасибо им большое. Это хорошо. Кстати, папы, они активны с точки зрения, готовы поучаствовать? Или, знаете, позиция папу такого, может быть, нестандартную, озвучу. Полтора часа. Покоя. Полтора часа покоя. Вот мама, вот куб, идите занимайтесь, а я на диванчике. Полтора часа, боже мой, какая прелесть. По-разному. Наблюдателям процесса тоже быть очень интересно. Это действительно захватывающее зрелище, даже сидя на диване. Очень сложно не принять участие. Все обязательно включаются. Папы очень активны. Кстати, в наших опросах папы составляли там не менее 30%, наверное. Это новое поколение пап, мы замечаем эту тенденцию, вообще все поворачиваются лицом к детям, наконец-то, после многих лет забвения детской темы, и вот мы плавно подходим к еще одному аспекту, который мы хотели осветить, мы чувствуем интерес и поддержку со стороны самых разных, там, в том числе государственных структур, в Москве есть программы поддержки малого бизнеса, то же самое на федеральном уровне есть программа детства, развития детских продуктов и детской индустрии. Мы еще не участвуем, мы не прибегали к этим средствам, но мы планируем, и мы чувствуем, что эта тема... А чувствуем, как мы чувствуем? Есть примеры просто, есть да? Есть примеры. Да, есть примеры позитивные, когда люди обращались за получением грантов правительства Москвы и получали их. То есть это не такой сложный процесс, как кажется изначально. Я, собственно говоря, до того, как увидел реальные живые примеры, я думал, что, ну, знаете, как у нас... Нереально, да, конечно, как у нас в стране. Ну, примерно та же история. Я знаю, как минимум, людей, у которых не было связи, они просто пришли, обратились с хорошей идеей, получили там, ну, порядка 500-600 тысяч рублей. Ну, стандартный грант для развития малого бизнеса. Очень много проектов в регионах тоже, что удивительно было для нас. Мы на выставках встречались с людьми, которые в провинции точно так же начинали свое дело и сейчас выводят его на достаточно большой уровень. И тоже при поддержке, да? Это наверняка в том числе, происходит. В том числе, при поддержке. Ну, и плюс в России сейчас принята федеральная программа. Интересно посмотреть, как она будет работать, да, но, по крайней мере, планы и деньги, которые планируются выделяться на нее, достаточно интересны по развитию детского направления, детского бизнеса. Программа, если не ошибаюсь, до 2018 года, да? Поддержка российских производителей детских товаров. Да, детских товаров игр. То есть тот товар, который произведен именно на территории Российской Федерации, а не ввезен там из Китая, из, ну, там вот, и там долю российского товара планируется там увеличить достаточно значительно. И, ну, мы надеемся, да, и... что это в целом отразится позитивно на российской отрасли, потому что, ну, знаете, как некая синергия, да, от того, что растут другие российские производители, мы сможем и, скажем так, и специалистов привлекать, и некая инфраструктура будет создана, и, ну, сам процесс будет легче, проще строить, да, потому что мы, допустим, когда изучали вообще в целом, как в каком состоянии находится индустрия детская, да, ну, где-то вот месяцев 8 назад, да, с удивлением узнали, что, в принципе, никаких вот специализированных институтов сейчас... Мне вообще, кажется, да, в нашей стране никого не учат. Да, никого не учат, хотя там 20 лет назад в СССР был огромный там, огромный институт. Институт игрушки. Который выпускал. И, соответственно, в России, ну, потеряно вот поколение, которое может непосредственно... Да, детский продукт. Сереж, ну смотри, а тогда проблема. Слава богу, ты говоришь, да, и там на каком-то... федеральном уровне. И на каком-то локальном, и на федеральном уровне есть поддержки. Мы осторожно оптимистично, скажем. Нет, нормально, нормально. Это, я с вами согласен. Но с другой стороны, это поддержка есть, а поддерживать-то некого. Вот это не может стать таким, значит, еще одним неприятным эпизодом? Опять же, осторожный оптимизм есть, потому что, может быть, это заряд, который мы получили в Сколково. Вокруг нас было настолько много интересующихся людей, у которых горят глаза, которые готовы, там, как Сергей говорил, или Елена говорила, закатать рукава и идти в поля, и что-то делать. Действительно, есть энтузиазм. Может быть, это смена поколений, может быть, новые люди приходят. Может быть, Сколково просто привлекает к себе таких людей уже изначально с каким-то зарядом, с какой-то
какой-то искрой. Но мы были вот год в этом климате, и действительно не заразиться им было невозможно. Поэтому, с одной стороны, мы говорим про поддержку сверху, с другой стороны, мы видим какие-то позитивные тенденции, которые снизу тоже идут. Ну, про проекты я согласен, что вот я могу сравнить количество проектов, которые мы видели в Силиконовой долине, на том же стартап-викенде, на мероприятиях там различных, мы там сидели в инкубаторе. Оно несопоставимо по качеству и по количеству. К сожалению, да, до этого я, честно говоря, не представлял, насколько масштабно, да, различие. Потому что проектов там огромное количество. То есть мы за два месяца получили и узнали такое количество информации, ну, это действительно потрясающе. Но нужно понимать, опять же, что это стартап столица всего мира. Туда люди приезжают со всеми идеями из всех стран, мира. Не только местные, да, местные. Это не местные. Огромное количество предпринимателей со всего мира. Поэтому, может быть, сравнивать с Россией не имеет смысла, но точно для нас это было своеобразной там планкой сравнения, которую мы Отвечая на ваш вопрос, но на мой взгляд, если не создавать инфраструктуру и не давать людям возможности, то они не появятся. Да, то есть тут, наверное, это очень важно, да, то движение, которое есть, я надеюсь, оно не будет похоронено, как у нас бывает, если оно будет продолжено и будем двигаться в правильном направлении, возможно, что-то может получиться. Ну и потом я с тобой опять соглашусь, что надо говорить о примерах, надо говорить о ярких примерах, о возможностях, да, и произносить это и через средства массовой информации, и через социальные сети, вот Лидия как пиар-директор узнает, каким образом продвигать те или иные идеи, об этом надо говорить действительно. И тогда люди сомневающиеся, а их огромное количество, я это знаю прекрасно, и те, кто дозванивается нам в студию, и порой те, кто приходит непосредственно, да, чтобы пообщаться. Есть скепсис, есть все-таки еще, есть неуверенность, потому что и примеры какие-то негативные, и какие-то еще нюансы, о которых не хочется уж сейчас говорить. Но в любом случае, да, надо двигаться вперед. И я с Лидией тоже соглашусь. Наверное, все-таки есть некий перелом, такой ментальный перелом. Наблюдается, пока хочется надеяться. Хочется надеяться. Давайте будем надеяться вместе. Ну и смотрите, у нас две минутки осталось. Ну, о неких ваших творческих планах. Так принято это говорить, Лен. Мы сейчас активно работаем над созданием продуктов, и это наша основная цель, потому что качество — это наша прерогатива. В ближайшее время вы сможете уже купить две наших коробки «Праздник в Кубе». Дальше мы будем активно заниматься своим сайтом, будем активно продвигать свой бренд и знакомить потребителя с тем, что мы уже сделали. Я хотел немножко добавить то, что сейчас на текущий момент мы провели переговоры, заключили уже соглашение с известным российским брендом мультипликационным. И пока, к сожалению, мы не можем назвать, соответственно, NDA, да, не позволяет нам назвать, кто это, да, и в ближайшее время мы будем выпускать третий набор, лицензионный продукт, с известными персонажами. Ну, да, здорово. Так что ждите. Да, да. Это здорово. Хотели бы поблагодарить уже всех, кто уже проявил интерес к нашему продукту или заинтересовался им сейчас. Пожалуйста, выходите на связь, нам очень нужен контакт с вами, все ваши комментарии, они обязательно будут учтены, вы можете с нами связаться легко. Мы в доступе. И спасибо вам большое за внимание и за время. Спасибо. Это мне сейчас спасибо. Ну, подожди, еще минуту целую нужно. Давайте помолчим тогда, посидим минуту в прямом эфире, помолчим. Нам есть что сказать. Мы можем о нашем празднике в Кубе говорить очень долго. 21 сентября мы будем участвовать... В декабре, да, будем участвовать на празднике в Сколково, так что, если у вас есть возможность, приходите. Ладно, будем заканчивать. Хорошо, спасибо огромное. Молодцы. Мне очень понравилось все, что вы делаете, все, как вы об этом рассказываете. Ну, я думаю, большое будущее у вас, уж не говоря о том, что уже и ведущие бренды, да, интересуются вашей продукцией. Конечно. Итак, Сергей Райц, Елена Липанова, управляющий партнер компании «Праздник в Кубе», Лидия Кулик, пиар-директор компании «Праздник в Кубе». Сегодня были в бизнес-классе, мы говорили о бизнесе на коробке. Ну и дальше вы все прекрасно слышали. Я благодарю моих гостей, я благодарю вас, уважаемые слушатели. И главное, все-таки оптимизм, который должен присутствовать для того, чтобы что-то получалось. Вот этого оптимизма я вам желаю. Всего хорошего. Спасибо огромное. Успехов в бизнесе. До свидания. Спасибо.